Добрый день, дорогие друзья! Вы снова в проекте «В минуту откровения» вместе с Алексом Янцевичем. И сегодня я хочу поговорить о делателях. Слово Божие говорит, что жатвы много, а делателей мало. Знаете, есть очень интересная фраза, что деятелей много, а делателей мало. Сегодня очень многие люди говорят о том, как и что нужно было бы делать, но на самом деле они не готовы встать и пойти и начать делать. И сегодня эта проблема просто у церкви по всему миру, в любом народе. Очень много говорят о том, что нужно делать, как нужно делать, но где те, которые делают? Братья и сестры, друзья мои, церковь Бога Живого, встаньте, поднимитесь, возьмите на себя ответственность, будьте иеремиями сегодняшнего дня, которые говорят: «Господь, вот я, возьми меня», для того, чтобы в Царстве Божьем продолжалась работа, и чтобы имя Господне прославлялось, ибо люди нуждаются в том, чтобы кто-то пошел и свидетельствовал о нем. Вы были в проекте «Минуту откровения» с Алексом Янцевичем. Храни вас Бог!